Тропой угрома. Эта неделя стала началом наземной операции сирийской регулярной армии против террористов при российской поддержке с воздуха. Судя по сегодняшнему заявлению Минобороны России, авиагруппа за последние сутки нанесла 60 ударов по 51 объекту ИГИЛ в провинциях Хама, Латакия, Дамаск и Алеппо. В районе населенного пункта Сальма, провинция Латакия, бомбардировщиком Су-24М нанесен удар бетонобойными авиабомбами по замаскированному в горной местности складу боеприпасов боевиков ИГИЛ. В результате последующей детонации объект был полностью уничтожен. На северо-западной окраине населенного пункта Кафер-Зайта, это провинция Хама, бомбардировщиками Су-24 нанесен удар по командному пункту одного из отрядов террористической организации Джейш Аль-Фатх. В результате авиаудара полностью нарушено управление отрядами террористической организации Джейш Аль-Фатх в этом районе, после чего боевики покинули данный район боевых действий.